18 октября в Каспийске на территории дагестанского филиала ПАО «Росгидро» пройдет ярмарка вакансий для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан с предприятием оборонно-промышленного комплекса АО «Завод «Дагдизель». Отметим, что он является крупнейшим в Дагестане машиностроительным заводом по производству продукции для обороны Российской Федерации, являющийся градообразующим предприятием. На сегодняшний день на заводе «Дагдизель» 94 свободных единиц. Из них, значит, 20 человек остро нуждающиеся на сегодня для выполнения государственных контрактов. И остальные, значит, люди на сегодняшний день необходимости нет из-за недозагрузки завода в полном объеме. Поэтому будем выставляться только те специальности, которые необходимы нам на сегодняшний день. Сегодня заводу необходимы работники на следующие вакансии: инженер-конструктор, технолог, токарь, фрезеровщик, наладчик станков ЧПУ, инженеры, программисты и другие. Отметим, что для каждого работника завода имеются следующие привилегии. Это, во-первых, социалка, соблюдение техники безопасности, ограничение от мобилизации и срочной службы. Ни один человек с предприятия не снимается согласно указу президента России. Столовая, которая у нас в пределах 120 рублей, питаются наши работники. Завод субсидирует для этого, чтобы поддерживать. Как отмечает Султан Ахмед Ассалиев, помимо заработной платы, каждому работнику прибавляется 50% премия. И для молодых специалистов начисляется денежная поддержка в размере 3000 рублей в течение одного года. В дальнейшем, значит, повышение квалификации каждого специалиста предусмотрено. У нас есть отдел технического обучения на заводе, который будет улучшать и повышать квалификации этих специалистов, включая от инженеров и до рабочих. Отметим, что организаторами ярмарки является Министерство труда и социального развития региона, а также Центр занятости населения города Каспийска.